У многих белорусских артистов на август уже расписаны концертные графики, потому свою гражданскую позицию они также проявляют досрочно. Свой голос отдают как уже состоявшиеся мэтры, так и молодые артисты, деятели культуры, телеведущие. Я понимаю, как может быть, как есть, как было. И исходя из тех каких-то предпосылок и тех событий, которые происходили, я уже делаю выбор, что по какому вектору пойдет развиваться страна. Наше волеизъявление – это осмысленный шаг, такой обдуманный, осмысленный, спокойный, взвешенный. И бегать, понимая, что ты не успеваешь, и нестись, сломя голову, а не взвешенно и спокойно прийти – это разные вещи. Мои первые выборы, поэтому это очень важный и ответственный момент для меня и для всего нашего народа в принципе, так как от каждого из нас зависит, каким будет будущее нашего государства, поэтому нужно взвесить все за и против и сделать правильный выбор. Это мой голос, это мое право, и это мой долг, и долг каждого абсолютно жителя нашей страны выбрать себе будущее. Причем не только себе, ведь мы умудрились быть счастливыми. Хотя у всех есть заботы, проблемы, и никогда нет безоблачной истории. Но послушайте, как же мне нравится, что мы действительно остров мира. И я так хочу, чтобы так и было. Я молюсь за это, правда. И я хочу, чтобы и дети, и внуки, и все всегда жили мирно. Посмотрите, как красиво вокруг. Напомню, в дни досрочного голосования избирательные участки работают с 10 до 14 и с 16 до 19 часов.